Здравствуйте, в эфире информационная программа «Мыски» сегодня. В студии Алена Клеменова. Сегодня в выпуске. Губернатор Амантулеев требует усилить безопасность в Кузбассе. Бесплатные медикаменты или денежная выплата. До 1 октября кузбасские льготники должны определиться с формой госпомощи. В Мысках участились случаи угонов автомобилей. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о том, как уберечь свою машину от рук преступников. Губернатор Амантулеев направил во все города и районы Кемеровской области телеграмму с требованием усилить работу по антитеррористической безопасности и проявить особое внимание к этому вопросу на промышленных предприятиях, объектах жизнеобеспечения, в водозаборах, в медучреждениях, школах и детских садах. Беспокойство главы региона вызвал теракт, произошедший накануне в Сунчинском районе Дагестана, в результате которого 2 полицейских погибли, еще 20 человек, в том числе и местные жители, получили ранения. По требованию губернатора, в течение месяца в каждом районе и городе Кузбасса должны пройти антитеррористические учения, а также проверки заброшенных строений, долгостроев, подвалов предприятий торговли, культурно-развлекательных комплексов. Первоклашки садят деревья. В рамках акции «Миллион деревьев Кузбассу» мысковчане уже посадили более 10 тысяч рябин, берез и осин. А сегодня первоклашки 4-й школы вышли, чтобы внести свой вклад в озеленение города. Они с особой серьезностью отнеслись к этому и посадили сосны. Со своими детьми пришли и родители, чтобы помочь им в посадке. Некоторые даже по своей инициативе принесли саженцы рябин и берез. По их мнению, совместная работа сблизит как детей, так и родителей. Сегодня мы копаем деревья, чтобы была красота, все любовались, и было намного больше воздуха. Потом я думаю, что многие годы спустя, придя на эту аллею, когда они своим детям будут показывать эти потрясающие красивые хвойные деревья, которые действительно помогут нам сохранить не только красоту, но и чистый воздух в нашем городе. За последний месяц участились угоны отечественных авто в Мысках. Благодаря оперативным действиям силовиков большая их часть раскрывается. Но не все. Почему угоняют автомобили и как этого избежать? Смотрите в следующем репортаже. В Мысках все чаще стали угонять автомобили. В основном это машины отечественного производства. Чаще всего они происходят от простого желания покататься и наличия алкогольного опьянения. И лишь 25% случаев с целью поживиться. Почему же именно русские автомобили пропадают? Из-за доступности или же у угонщиков появился к ним интерес? Угоняли их по причине очень слабого, я считаю, что слабого именно отношения владельцев транспортных средств, как охране транспортных средств. Как правило, они были либо брошены на месте, которое слабо охранялось, плохо просматривалось, в темных местах. Потому что, что, как говорится, подвергало именно людей, склонных к угону транспортных средств, именно на совершение данных преступлений. Хозяева русского автопрома думают, никто не позарится на их автомобиль. А если его угонят, то особо не жалко. Поэтому не ставят на автостоянку и не устанавливают сигнализации. Как же уберегают свой автомобиль мысковчане и что, по их мнению, нужно предпринять, чтобы не остаться пешеходами? Как можно просто уберечься от угона автомобиля? Сигнализацию только ставить. Как больше еще уберечься? А если и постоянно закрывать все это. Ну как профессионалы, все равно сигнализацию, если скроют. Если вскроют, то сигнализации, то уже, я не знаю, тогда, если захочет, все равно угонит, в любом случае, даже если сигнализация будет. Ну, это как самое надежное такое обеспечение безопасности автомобиля. Ну, или гараж. Ну, гараж тоже надо в черте города где-то, либо охраняемая какая-то стоянка. Вот как вы уберегаете свой автомобиль, чтобы его не угнали? Никак. Сигнализации только. Сигнализацию. Ну, а как еще можно вот уберечься от угона автомобиля? Гараж поставить. Кому? Я никак не просто знакомый, как бы, всему городу автомобиля. Все, его никто не тронет. А если воры не с нашего города? Тогда никак. Из-за халатного отношения автовладельцев к своему транспорту у сотрудников госавтоинспекции и полиции работы заметно прибавляется. Так, старший инспектор ГАИ Алексей Руденко обратился с просьбой относиться к своим автомобилям с особой внимательностью и рассказал об обычных мерах предосторожности. Убедительная просьба к владельцам транспортных средств обращать особое внимание на охрану своего транспортного средства, то есть оборудование сигнализации своих автомобилей. Ставить, если автомобиль оставляете на парковке, то желательно рядом с магазином, где находится видеонаблюдение, чтобы дополнительно, ну и самим бдительно нести, как говорится, внимание за своими автомобилями. Не оставлять их долго без присмотра.
Конечно, если все же произойдет угон, то сотрудники полиции сделают все возможное, чтобы в короткие сроки найти автомобиль. Но несмотря на это, каждый автовладелец обязан следить за своим транспортным средством. И чтобы не устанавливать дорогостоящую сигнализацию, как вариант, можно прикрепить на панели автомобиля обычный светодиод, и угонщик несколько раз подумает, стоит ли испытывать свою судьбу. А еще проще, заткните выхлопную трубу какой-либо пробкой, и преступники не смогут завести двигатель автомобиля. Андрей Камышев, Сергей Сомов, Мыски сегодня. До 1 октября кузбасские льготники должны определиться с формой госпомощи на медикаменты в 2014 году. Федеральные льготники, проживающие в Кузбассе, должны принять важное решение – получать в 2014 году бесплатные медикаменты или же ежемесячную денежную выплату. Такое решение принимается один раз на весь следующий год, и изменить его будет невозможно. Отмечу, что ежемесячная денежная выплата составляет чуть больше 600 рублей и зачастую не покрывает расходы на приобретение некоторых препаратов. Московские девушки смогут принять участие в кастинге, по результатам которого пройдет отбор на конкурсы красоты «Мисс Кузбасса» и «Мисс России». Просмотр состоится 30 сентября в 14 часов во Дворце культуры имени Ленина в Междуреченске. Подробности знает Мария Имашева. Победа нашей землячки Эльмиры Абдразаковой на конкурсе красоты «Мисс Россия» еще долго, в хорошем смысле этого слова, будет аукаться в Междуреченске. На этой неделе обладательница короны будет защищать честь России на «Мисс Мира». А на малой родине тем временем объявлен поиск очередной красавицы. А вдруг не все бриллианты найдены в городке между Томью и Усой? 30 сентября во Дворец культуры имени Ленина приедут представители известных модельных агентств. Возраст от 17 до 23 лет, российское гражданство, чтобы была не замужем. Вот основные требования. Внешность и рост, само собой разумеющиеся. Будут отбирать прямиком на финал «Мисс Кузбасса», а там уже на «Мисс Россия» и так далее. Такой же отбор прошла Эльмира, правда, в Новосибирске, потому что училась там. Для сцены Дворца культуры имени Ленина стройные девушки на высоких каблуках не диковинка. Местный конкурс красоты «Жемчужина Междуреченска» идет уже более 10 лет. Правда, здесь условия более мягкие. Закрывают глаза организаторы, например, на небольшой рост. Только тот, кто варился в этой каше, может сейчас сказать, найдется ли кто-нибудь, кроме Абдразаковой, и не хуже ее. Я считаю, в каждом маленьком городе и также равно как в большом есть свои красавицы, свои таланты, достойные девочки, которые просто прячутся в тени маленького города, провинциального городка и не знают о своих возможностях и талантах. Может быть, за неимением каких-то амбиций, смелости, решительности. Поэтому я считаю, что, конечно же, есть шансы и у многих моих даже знакомых. Конечно, своим поможем, встретим, настроим. Работники ДК хоть и не имеют к кастингу никакого отношения, но ответственность чувствуют. Правда, заранее предупреждают, это не мисс Междуреченск. Требования жесткие. Рост не ниже 1,75 м. В принципе, это нормально. Своих мы девочек берем чуть пониже каким-то образом. То есть стандартные 90-60-90, никто их не отменял. Умение держать спину, умение ходить, умение нести себя внешнее, в конце концов, данные полные, пропорциональность и так далее. Но это конкурс, который более высокого уровня, все девочки это понимают. Но попробоваться надо прийти, просто побывать в этой ситуации. Участниц кастинга, который, напомню, состоится 30 сентября в 14 часов, будут смотреть в купальниках, на высоких каблуках и без макияжа. Почему бы не совершить невозможное? Вновь доказать, самые красивые девушки России живут в Междуреченске и Мысках. Мария Имашева, Иван Кончин. Мыски сегодня. И на сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.